Добрый вечер. Пришло время обсудить очередное домашнее задание. Наш сегодняшний урок посвящен повелительному наклонению в греческом языке. Как обычно, я должен напомнить, что это видео вы имеете право смотреть только после того, как самостоятельно поработали над домашним заданием, сделали максимум того, на что вы способны, и теперь желаете и проверить как-то себя, ну и, может быть, еще раз иметь возможность поразмышлять об особенностях греческого языка. Итак, приступим с первого предложения. Акуа Исраэль, куриус хотеос хемон, куриус хейсестин. Акуа, повелительное наклонение от глагола акуа, видите, очень характерная форма с эпсилон на конце, второе лицо, единственное число. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один есть. Здесь, ну, на самом деле, все очень просто. Ну, все в синодальном переводе един, как-то очень привычно звучит, но у нас один Господь. Вот, собственно, что и пытаются сказать. Слушай, вот форма, на которую мы обращаем внимание. Второе предложение. Кай элеген аутоис. Хопуян эсалтета эйс ойкиан экей менете хеосан эксалтета. И он говорил им. Хопуян не надо переводить как где если. Ян, хотя чаще всего переводится как если, но в принципе может быть показателем неопределенности. Помните, например, сочетание относительного местоимения плюс ян. Хос ян мы не переводим как который если, мы переводим как кто или кто бы ни. Здесь никто, здесь где, но принцип перевода тот же самый. Где бы вы ни вошли, SLT – это сослагательное наклонение аориста, глагола «эсэрхомай». Ну, после слова «ян», конечно же, мы ожидаем сослагательное наклонение. Где бы вы ни вошли в дом, экей, там, менете. Менете – второе лицо, множественное число настоящего времени. Может быть формально истолковано и как изъявительное наклонение, и как повелительное. Но там вы остаетесь в контексте, смысла никакого не имеет. И мы понимаем из контекста, что здесь требуется повеление. Там оставайтесь. Хеосан экселтете. Ну, еще один аорист сослагательного наклонения, ведь опять после частицы «ан», пока не выйдете. Итак, и он говорил им, где бы вы не вошли в дом, там оставайтесь, пока не выйдете. Третье предложение. «Мефобу монон пистева». «Фобу» – это повелительное наклонение настоящего времени – второго лица единственного числа среднего залога. Почему средний залог? Ну, вообще глагол фабео почти никогда не встречается в такой форме. В принципе, возможен, но это чрезвычайно редко для данного глагола. Он почти всегда встречается в форме фабео май. И вообще такое употребление среднего залога для глаголов, обозначающих всевозможные ментальные процессы, в том числе и бояться, очень типично для греческого языка. Они очень часто, регулярно встречаются именно в среднем залоге. Вот здесь он в среднем залоге, но вот окончание «у», типичнейшее для среднего залога повелительного наклонения, плюс еще частица «мэ», конечно, нам помогает разглядеть, что мы имеем дело не с изъявительным наклонением, а в целом получается «не бойся, только пистеуэ веруй». Ну, это форма действительного залога повелительного наклонения, и вот это эпсилон на конце, конечно, очень характерно и легко позволяет нам форму повелительного наклонения узнать. Четвертое. «Эйте он эстете, эйте пинете, эйте ти поэйте». Панта эйс доксан теу пой эйта. В данном случае у нас повелительное наклонение будет далеко, пока вот по порядку. Итак, едите ли,
Глагол эссе тион нормальный, обычный. А глагол изъявительного наклонения. Пьете ли? Что-то делаете ли? Все во славу Бога. И в данном контексте напрашивается повелительное наклонение. Делайте. Хотя, смотрите, пой это здесь и пой это здесь одна и та же форма. Но вот это вот перечисление, едите ли, пьете ли, что делаете ли, это вообще в повелительном наклонении было бы проблематично перевести. Вот это, конечно, можно, едите ли, вы пьете ли, что делаете ли, все, слава Богу, делаете. Ну да, как описание такого очень хорошего состояния каких-то людей, это бы подошло, но если вы помните, вспомните оригинальный контекст, то там не описание, а там предписание, именно оригинальный контекст требует, чтобы это толковалось как повелительное наклонение. Поэтому даже вот в такой ситуации, когда в одном предложении не очень далеко друг от друга два одинаковых слова по своей форме, тем не менее, контекст может потребовать, чтобы одно из них было истолковано как изъявительное, а другое как повелительное. Пятое. Exalte ex auto kai meceti exaltes ex autom. Exalte – это повелительное наклонение, аорист – второе лицо, единственное число от Эксархомай. Несколько корней у этого глагола. Ну и наверняка вы уже очень хорошо запомнили и Ахамай, и Элтон. В данном случае это второй аорист. И как у второго аориста, у него окончание точно такое же, как и у повелительного наклонения настоящего времени. Видите, и мы переводим как «выйди из него». И больше не. А вот теперь смотрите на эту форму. ASLTS. И это форма сослагательного наклонения. Вообще, для запретов в аористе типично использование не повелительного, а сослагательного наклонения. Запрет в аористе обычно выглядит как мэ плюс сослагательное наклонение. Мэ плюс повелительное наклонение тоже возможно, но такая конструкция встречается реже, и вот именно в запрете в аористе сослагательное наклонение стало как-то из употребления повелительное наклонение вытеснять, хотя по функции, по смыслу разницы между ними особого нет. Ну, сослагательное наклонение мы узнаем по тому, что вот у нас тут есть аористный корень без приращения, и главное у нас есть вот такое типичное для сослагательного наклонения окончание, где есть удлиненное соединительное гласное, которое съело дифтонг «эй», и от которого осталась одна подписная «йота». Итак, выйди из него и больше не входи в него. Шестое. Мэ агапэтэ тон космон. Медета энто космо, иантис агапато космон, укестен хе агапету теу эноуто. Мы агапата. Не любите. Агапау, альфа-слитный глагол. Да. А здесь альфа с эпсилон слилась, поэтому такое вот ударение. А второе лицо, единственное число, формально это могло бы быть и изъявительное, и повелительное наклонение, но частица «мэ» указывает нам, что наклонение у нас не изъявительное, и мы понимаем, это повеление. То есть тут нельзя перевести «вы не любите», здесь однозначно, вот благодаря частице «мэ» мы понимаем «не любите мир», и «не любите мира», и «не то и то, что в мире». Если кто-нибудь агапа любит, а после ян, конечно же, мы ожидаем сослагательное наклонение, вот мы его с вами наблюдаем,
Ну, тут все слилось, вот, ну, подписная йота, всего лишь осталось, и форма-то на самом деле ничем не отличается от язвительного наклонения, но Иоанн говорит, что сослагательное. Если кто любит мир, ну, пословно, не есть любовь отца в нем. Сейчас мы разберемся, конечно, нет любви в нем, а вот эта вот фраза «хеагапу тупотрос», она требует специального истолкования. Это словосочетание с родительным падежом. В греческом языке, ну как отчасти и в русском, родительный падеж указывает на то, что между двумя вот этими понятиями есть определенная связь. То есть между любовью и отцом есть какая-то связь. Родительный падеж говорит только о наличии связи. Все. Характер связи мы выясняем по смыслу слов, входящих в словосочетание, и по контексту. Когда такие слова, как «любовь» и «отец», то, в принципе, возможно два типа связи. Любовь к отцу и любовь отца к кому-то. Обратите внимание, и тот, и другой смысл может выражаться и даже регулярно выражается подобной фразой на греческом языке. Какой вариант из этих двух выбрать, любовь к отцу или любовь отца к кому-то, мы должны выяснить на основании контекста. Но если говорить об этом контексте, не любите мир, не то что в мире, а кто любит мир в том. И вот здесь, конечно, можно было бы сказать, да, того не любит отец, но скорее речь все-таки о выборе, куда именно направлена наша любовь. И если наша любовь направлена на мир, то тем самым наша любовь отворачивается от отца. Поэтому, пожалуй, в контексте было бы логично перевести «нет любви к отцу в нем». Итак, не любите мира, не того, что в мире. Если кто-нибудь любит мир, нет любви к отцу в нем. Седьмое. У нас тут довольно длинное предложение. Ну, давайте разбираться. Тигарестен эукопотерон эйпейн. Ибо что легче сказать? Афиэн тай су хай хамартиай, прощаются твои грехи. Кстати, я не знаю почему, но многие студенты здесь переводят «прощаются тебе грехи». Обратите внимание, здесь су, родительный падеж местоимения. Родительный падеж местоимения регулярно обозначает принадлежность. Поэтому прощаются твои грехи, эйпейн. Или сказать. Ну, кстати, мы, может быть, на форме не остановились, но эйпейн это инфинитив аорисный от лего. Сказать, сказать. Ну, он легко переводится, поэтому все нормально. Эгере кай перипатей. Эгере. Видите, вот это эпсилон на конце, из чего мы сразу же понимаем, что это повелительное наклонение. Вставай и перипатей. А вот здесь вот видим на конце эй, и оно нас немного может сбить с толку, если мы забудем, что перипатео это эпсилон слитный глагол, и на самом деле было здесь основа перипате и плюс такая же эпсилон. И эти две эпсилон соединились в дифтонг эй. Поэтому и это глаголы повелительного наклонения настоящего времени второго лица единственного числа. Вставай и ходи. Вопрос. Хина де эйдете, чтобы вы знали, эйдете это форма сослагательного наклонения от ойда. Оно после хина требуется сослагательное наклонение. Не очень похоже на ойда, поэтому эту форму
Если вы еще не заучили, постарайтесь заучить, она довольно часто встречается, ее нужно узнавать. Но чтобы вы знали, хоть экзусен эхэй хохвёсто антропу эпитес гэс афианай хмартиайс, что власть имеет сын человеческий на земле прощать грехи, то телегей то паралутико. Тогда говорит парализованному. Эгертейс аронсу тен кленен кай хупага эйсто ойконсу. Эгертейс. Это причастие от глагола эгейро, причем это причастие аориста страдательного залога. Так как это причастие, то здесь нет никакого превращения, но хорошо виден вот этот причастный суффикс «те». А в других формах в аористе страдательного залога обычно суффикс с этой, а вот у причастия он с эпсилон. Ну, на самом деле здесь не совсем эпсилон, здесь дифтонг «эй», но вот это «т», оно все равно и в других формах будет проглядывать. Это именительный падеж «единственное число», и поэтому сигма съела причастный суффикс, и из-за этого съедания эпсилон компенсаторно и удлинилась в дифтонг A. Встав, почему здесь страдательный залог, это может быть немного смущать, и можно даже попытаться перевести что-нибудь типа «будучи поднят», но глагол «эгейро» регулярно встречается в форме страдательного залога в смысле «подниматься». Ну, такова вот особенность этого глагола, что в действительном залоге, ну, у него тоже, он тоже может обозначать там «подниматься», но он также обозначает и «поднимать», а в недействительном залоге зачастую он не только быть поднимаемым, но и подниматься тоже. Ну и вот это вот, кстати, из контекста «встань», да, и «встав», оно как раз склоняет нас к тому, чтобы толковать это не как «будучи поднят» или что-то в этом роде, а как вот «поднявшись». А теперь «агон». Это форма глагола «айро». Про этот глагол нужно хорошо помнить, что у него корень «ах». Вообще для глаголов полезно запоминать корни, и если в настоящем времени добавляется йота, что очень типично для настоящего времени, и получается «айро», то в других временах вы увидите этот корень «ах», как в данном случае. А мы понимаем, что это не настоящее время, но в данном случае это аорист. Причем это аорист повелительного наклонения. «Ах», и видите окончание «он». А вообще для аориста типично «сон», но это сонорный глагол, и мы должны уже привыкнуть, что у сонорных глаголов после вот сонорной согласной, типа «ро», не вставляется сигма, и остается только не «сон», а просто «он». Ну и, конечно, нет никакого превращения, в изъявительном наклонении было превращение, а вот в повелительном наклонении нет. Поэтому, поднявшись, возьми, повелительное наклонение, твою постель и хупага, иди. И здесь повелительное наклонение, видите, настоящего времени, в дом твой. Ну, эпсилон на конце хорошо видно. Понятно, что взятие постели — это такое вот разовое действие, и его совсем нетипично было описывать в настоящем времени. А вот движение в дом – это процесс, и вот нормально, естественно, описывать в настоящем времени. Итак, что у нас в целом получилось? Ибо что легче сказать «прощаются твои грехи» или сказать «встань и ходи». Но чтобы вы знали, что власть имеет сын человеческий на земле прощать грехи, тогда говорит парализованному: встав, возьми твою постель и иди в дом твой. 8 предложение.
Кай апрекритейсхо Иисус легей аутойс. И, ответив, Иисус говорит им. Ну, апокритейс, причастие от апокриномай, достаточно часто, регулярно встречающаяся форма, опять же, апокриномай, и в настоящем времени тоже это слово не встречается в форме действительного залога, и в аористе тоже, и для глаголов, описывающих какие-то речевые акты, в греческом языке это достаточно типично. Отвечая, говорит, ну, многие переводят такие конструкции не буквально, а, например, там некоторые переводят, а Иисус ответил им, а некоторые говорят, Иисус сказал им в ответ и так далее. Ну, вот варианты различные существуют. Но вообще глагол апокриномай, помимо того, что он обозначает ответ, он зачастую играет еще очень интересную роль в структуре текста. Он показывает какие-то поворотные моменты. Например, при споре одна сторона, другая сторона все время апокриномай. И даже где-то просто при введении какой-то новой изменяющейся темы, и даже где не было вопроса, может вот появиться этот глагол именно как маркер какой-то перемены. Хорошо. У нас нет никакого контекста, и уж тем более необходимости сейчас толковать развитие мысли вот в контексте, поэтому мы пока буквально переводим. И ответив, Иисус говорит им. Эхэте пистен теу. Эхэте, второе лицо, множественное число, можно истолковать как «вы имеете веру», или можно истолковать как «имейте веру». Ну, из общей ситуации мы понимаем, что это не констатация факта, как раз с верой там все не очень здорово, а призыв. «Имейте веру». Опять же, понимаете, мы из контекста понимаем, что это повелительное наклонение. Во втором лице множественном числе формы совпадают. Ну, как видите, контекста обычно достаточно. «Имейте пистентеу». Веру, как-то связанную с Богом. Мы с вами с подобным эффектом сталкивались, видите, хагабуту патрос, любовь, как-то связанная с отцом, и здесь любовь к отцу. А здесь вера, как-то связанная с Богом. Но наиболее естественно было бы «имейте веру в Бога». Ну, дальше, я думаю, вы предложение же уже перевели, и знаете, что там гору надо отправить в море. И здесь вопрос в чем? Что гора отправляется в море не человеческими усилиями. Это Бог может сделать. То есть, если мы доверяем Богу, верим Богу, то Бог-то, конечно, может совершить что-то совершенно невероятное. И поэтому вот, даже переживание учеников, помните, их вопрос умножил у нас веру, и такой интересный ответ Иисуса, что там веры из горчичное зерно достаточно, как раз весь этот диалог вокруг чего строится, что важен факт наличия веры, важен Бог в этих отношениях, а не какая-то там внутренняя степень. Так что имейте веру в Бога, это, наверное, и в данном контексте вообще, ну, более естественно. Амен лего хумин. Истинно говорю вам, хоте хос ан эйпе то орей туто, что хос ан, кто бы ни помните, кто скажет горе этой, эйпе это сослагательное наклонение аорист от лего, уже привычная форма, кто скажет горе этой, артети кай блетети эйстен таласа. Артати. Корень ар, видите, вот здесь. Мы с вами это слово уже встречали. Видите, еще раз нам его предстоит вспомнить. Корень ар – это корень глагола айро. В данном случае это аорист повелительного наклонения страдательного залога. От айро. И второе – блетати – корень бле, тоже
корень аориста страдательного залога глагола «балло», настоящим «балл» с двумя «л», в других временах «лямбда» всего лишь одна, а в аористе страдательного залога «балл» превращается вообще в «блэ». Но «было» хорошо видно, поэтому узнаваем. И тоже видите окончание «тети». «Тети», «тети» – это такое яркое, хорошо заметное, бросающееся в глаза окончание аориста страдательного залога. Как это перевести? «Будь поднята и брошена в море». Ну, все-таки не гора не сама себя поднимает, но Бог ее поднимает, и Бог бросает. И поэтому обращение к горе, но на фоне этого есть вот мысль о том, что Бог это сделает, и вот эта несамостоятельность действия горы как раз приводит к тому, что здесь используется форма недействительного залога. Ну, некоторые переводят «поднимись и брось в море». Ну, может быть и так, но все равно нам вот важно осознать и уловить, что, ну, конечно, это не самостоятельное действие горы, и мы можем это как-то подчеркнуть, прямо вот так и переведя «будь поднята и брошена в море». «Кай мэ декрите энте кардие ауту». И не усомниться в сердце своем. Алла пистеуэ хоть и но поверит. Хоть и хо лалей генетай. И здесь что? То, которое он говорит, видите, придаточное предложение с относительным местоимением среднего рода, которое он говорит. А дальше достаточно необычно. Генетай. Генетай – это глагол настоящего времени. Быть, там, случаться, происходить и так далее. То, что он говорит, случается. Вообще, контекст нас как бы подводит к тому, что он говорит «случится», а не «случается». Но настоящее время, вместо будущего, которое мы бы так очень естественно здесь ожидали, подчеркивает некую близость и неизбежность. Вообще-то греки могут использовать настоящее время, даже прошедшее время, для описания будущих событий именно с целью подчеркнуть неизбежность наступления этих событий. Поэтому как, но верит, что то, что он говорит, случается, случится. Ну, к сожалению, в русском языке случается не дает того же самого эффекта. И, наверное, нам придется перевести будущим временем, но как толкователям отметить настоящее время для себя и осознать, что здесь вот уверенность является важной составляющей. Эстай ауто, будет ему. Диатута лего хумин. Поэтому говорю вам. Панта хоса просуэхэсте кай айтесте. Все сколько, ну, сколько большое, что многочисленное хоса, но все сколько, все, что молитесь и просите. Обратите внимание на средний залог глагола айтео. Когда речь идет о прошении, глагол «айтео» часто ставится в средний залог, он может употребляться и в действительном залоге, но средний залог, залог в частности выражающий некую заинтересованность, очень естественный в таких контекстах прошения. «Пистео» это. «Вы верите», конечно, можно перевести второе множественное, но весь контекст предыдущий подталкивает нас к тому, чтобы перевести это не как «вы верите», а «верьте повелением», и мы толкуем это как повелительное наклонение, «хоти элабата». И здесь еще одна странность, потому что это аорист, ну, нормальное изъявительное наклонение от глагола «ламба», но в виде превращения, корень «лаб», окончание «т»,
А Уоллес обычно описывает прошлое. Верьте, что получили, и будет вам. Вообще-то еще не получили. Из контекста точно только будет. А почему здесь аорист, а не будущее время? Почему не верьте, что получите, а верьте, что получили? Опять-таки, когда прошедшее время употребляется там, где контекст явно говорит о будущем, это использовано для того, чтобы подчеркнуть точность, обязательность наступления подобного будущего. Ну, на основании вот таких употреблений некоторые говорят, что аорист вообще не обозначает прошедшее время, но это, наверное, было бы, может быть, не самым справедливым описанием аориста. Скорее, все-таки здесь аорист употреблен именно, чтобы подчеркнуть неизбежность. Ну, и, кстати, еще одна небольшая деталь. Некоторые как раз из этого текста делают интересный вывод. Они говорят, вот верьте, что получили, и будет вам. И когда просят чего-то у Бога, они как бы утверждают, вот тут как бы провозглашают, я верю, что я получил, да. Вот, например, просят здоровья и говорят, я уже не больной, хотя больной. И здесь какое-то вот, в общем, наверное, и издевательство, потому что человек утверждает то, чего явно нет, и непонимание в том числе и особенности греческого языка. Верьте, что получили, это не в смысле я должен провозглашать, будучи больным, иным, я не болен, а верьте, что получили, я должен верить, что точно получу ответ на молитву. Хорошо, в целом, что у нас получилось? И ответив, Иисус говорит им, имейте веру в Бога. Истинно говорю вам, что кто скажет горе этой, будь поднята и брошена в море, и не усомнится в сердце своем, но верит, что то, что он сказал, будет, или даже точно будет, а как точно случится, будет ему. Поэтому я говорю вам, все, что молите и просите, верьте, что точно получите и будет вам. Вот это вот точно, которое добавил здесь и здесь, я не знаю, может быть, не всегда так нужно делать в литературном переводе, но вот в толковательном, когда я пытаюсь отобразить для себя значимость вот таких какого необычного употребления времен, я вот это поставил. Девятое. Легео тохо Иисус. Ян аутон тело меней хеус эхо мае типосе суму акулутей. Говорит ему Иисус. Тут порядок слов немного необычный. Ну, давайте попробуем. Если его хочу пребывать, пока прихожу, ну, приду, видите, вот тут как-то не складывается у нас предложение, но оно не складывается у нас почему? Оно не складывается, потому что у нас есть инфинитив, и при инфинитиве есть слово в винительном падеже. Ну, еще я сказал необычный порядок слов. Которые, да, вот трудно разобраться, что к чему относится. Вот если бы слово рядом с инфинитивом стояло, тогда бы нам, может быть, легче было сразу сообразить это слово в винительном падеже здесь, а инфинитив дальше после глагола. Но в любом случае при инфинитиве есть слово в винительном падеже, и слово в винительном падеже при инфинитиве может быть смысловым подлежащим инфинитивом. Чтобы передать это на русском языке, нам придется как-то трансформировать всю конструкцию, то есть превратить инфинитив в личный глагол,
слово в винительном падеже в подлежащее для этого глагола и добавить какой-нибудь союз, чтобы получилось придаточное предложение вот с этим подлежащим и сказуемым. Итак, если я хочу, чтобы он пребывал, пока я не приду, эхо мое, кстати, настоящее время, и здесь тоже в контексте речь идет о будущем. И вообще, когда о пришествии Господа идет речь, эхо мое — это регулярно используемый глагол, и он подчеркивает, как и в прошлый раз мы видели, он подчеркивает, что точно будет пришествие. Поэтому Иисус о своем пришествии говорит в настоящем времени с уверенностью, что оно будет. Пока я не приду, что тебе? Вопрос. Ты за мной аклутей. А глагол аклутео мы несколько раз обсуждали в уроке. Это эпсилон слитный глагол, поэтому здесь аклутее. Две эпсилон слились в дифтонг эй, и поэтому сходу не очень легко разглядеть, что это повелительное наклонение. Но как только мы слияние отмотаем назад, мы это поймем. И в результате осознаем, что это повелительное наклонение. Следуй. Итак, говорит ему Иисус: если я хочу, чтобы он пребывал, пока я не приду, что тебе? Ты за мной следуй. Десятое. Кайгар эго антропоса миху по экзусиан. Кай лего туто приутети кай поруэтай. Кай ало эхо кай эхэтай. Кай то дулому пой эсо туто кай пой. Ибо и я человек под властью. Ну, эми здесь можно, ибо я человек под властью. Ну, по-русски глагол связка здесь не очень хорошо нужна и звучит, ибо я человек под властью, человек подвластный, более литературно было бы, и говорю этому пареу тати, вот это тати, окончание, хорошо бросается в глаза, это повелительное наклонение аориста страдательного залога. Но глагол «пареомай» он в действительном залоге не встречается, и форма страдательного залога в аористе в любом случае просто имеет значение «идти». Поэтому говорю этому повеление «иди» или «пойди», аорист, ну, как действие в целом, «пойди» и «пареотай» и «идет». «Кай ао» и другому «эху». Эхо – это настоящее время, повелительное наклонение. Видите, вот это вот окончание «у» глагола «эхомай» – средний залог, но глагол «эхомай» он действительно у него употребляется. «Приходи» и «приходит». И «рабу моему» – «поэсу» – «сделай это». «Поэсон» – видите, окончание «сон», типичное для аориста повелительного наклонения, здесь вот все легко и хорошо видно, сделай это и поэй делает. Так что вот у нас вот повелительное наклонение, вот повелительное наклонение, вот повелительное наклонение, сразу на разные формы, страдательное и среднее, и действительный залог мы можем полюбоваться. В целом, ибо я человек подвластный, и говорю этому, и пойди, и идет, и другому приходи, и приходит, и рабу моему сделай это, и делает. Одиннадцатое. Хой перепатунтес энто ходо тес никаесунес, апо тен какон апелтетусан, кай генестесан дулой тутеу энфобо кай элпиди. Хой перепатон тес. Причастие, в данном случае субстантивированное, то есть вот вместо существительного используется от глагола перипатео,
ходить, ходящие в ходу пути, ну, по-русски мы так не говорим, ходящие в пути, ходящие путем Якоясуна праведности от плохих апелтетосан. Видите, такое длиннющее окончание этосан. Ну, сам, кстати, очень хорошо позволяет нам увидеть, что будет множественное число Т, то повелительное наклонение – это третье лицо множественного числа повелительного наклонения. Повелительное наклонение третьего лица, да, множественного числа, пусть они там что-то сделают, в данном случае от плохих уйдут и генестетосан. Еще одна форма третьего лица множественного числа повелительного наклонения. Здесь, кстати, была орис, видите, элт. От эхомай в аористе корень элт. А здесь у нас геномай глагол и нормальный корень настоящего времени, поэтому это настоящее время. И становятся рабами Бога в страхе и надежде. Итак, это сочиненное предложение, все, что у нас в целом получилось. Ходящие дорогой праведности от злых пусть уходят, ой, пусть уйдут, аорист, действие в целом от злых пусть уйдут и становятся рабами Бога в страхе и надежде. 12. Ходе Паулус тус эн тайс экклесиаис эдидаскен пистеусате эйстон Иисун Христон кай зате катато телемо ту курио хремон. А Павел же, теперь смотрите, у нас артикль с предложенным словосочетанием. Когда у нас артикль с предложенным словосочетанием, то можно его переводить с помощью относительного местоимения «которое», ну или там «тот, который», в данном случае винительный падеж, множественное число «Павел», «тех, которые в церквях», «тайс экклесиаис», «эдидаскен», «учил». Это имперфект от глагола дидаска. Видите, даск такая же основа, как в настоящем времени, но плюс еще приращение и вторичное окончание. А Павел же тех, которые в церквях учил, двоеточие, пистеусате. Пистеусате – это аорист повелительного наклонения от глагола пистеу. Видите, пистеу, са, образующий аориста, и те – окончание второго лица множественного числа. Никакого превращения, конечно же, нет, так как это неизъявительное наклонение, а повелительное. Уверуйте в Иисуса Христа и зате. Это от глагола зао. Альфа – слитный глагол, поэтому, вот видите, альфа здесь съела соединительную гласную, но т – второе лицо множественное число еще хорошо видно, это настоящее время. И живите по воле Господа нашего. Вот здесь аорист, какое-то действие в целом, и лучше это перевести как уверуйте, а здесь настоящее время, подчеркивающееся процессуальность, и хорошо переводится. И живите, уверуйте, что сделаете, и живите, что делаете, по воле Господа нашего. Итак, Павел же, тех, которые в церквях учил, уверуйте в Господа Иисуса и живите по воле Господа нашего. 13. Кай эйпен хотеос, генететофос, кай эгенетофос. И сказал Бог. Генетето – это повелительное наклонение аориста от глагола геномай, ну, страдательного залога, но, опять же, глагол «геномай», он в аористе в действительном залоге и не встречается.
И в страдательном залоге у него, в общем-то, значения такие там быть, становиться и так далее. В данном случае добудет свет, достанется, добудет свет и эгенето. И тот же самый глагол геномай, тоже в овести, вот теперь не в страдательном, а в среднем залоге, есть превращение, это изъявительное наклонение, поэтому э превращение, ген корень, это окончание среднего залога, и стал свет. Итак, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. 14. Эпатосан пантес хой фобуменой тон кюрион хоти агатос хоти эйстон айона хе агапе аутум. Эпатосан, видите, атосан, такое здоровенное окончание, которое, если мы его сумели разглядеть, сразу же нам говорит о том, что это повелительное наклонение третьего лица множественного числа. Ну, вот надо как, нужен, конечно, навык разглядывания этих окончаний, потому что вы можете подумать, что есть какой-то глагол типа «эйпато», даже начать глагол какой-нибудь «эйпато», искать в словаре, и, конечно, ничего не найдя, и ну, в аористе, да, вот это, много чего можно предположить из-за этого, сан. Нет, вот это атосан целиком надо увидеть. Это глагол аорист от лего, эйпан, который в изъявительном наклонении, видите, вот это эйп, а дальше пошла стандартное аористное окончание третьего множественного, и как третье множественное мы переводим пусть скажут или да скажут все боящиеся. Это причастие от глаголов обэлмай, ну, тоже вот среднего залога, ну и это для глаголов обэлмай очень естественно, все боящиеся Господа, что хорош, да, ну, что хороший, имеется в виду Господь, что он благ, по-моему, в синодальном переводе, что хороший, что благ, что вовек любовь его. А в синодальном переводе, что он благ, что вовек милость его. А, но, ну, может быть, любовь здесь очень хороша, если там в еврейском тексте хэсед использовалось еврейское слово, которое такое очень широкое по значению и включает, конечно, и милость, и любовь в свое значение. Итак, да скажут все боящиеся Господа, что благ, что вовек любовь его. 15. Суон пистуэ то дикайо, тогар дикайон Охтен ходон эхей, кайсуте охте ходо парево. Итак, ты, пистеуэ, видите, эпсилон на конце, и поэтому мы легко узнаем форму повелительного наклонения. Итак, ты верь, то дикайо. Дикайос, там, праведный, справедливый и так далее, это прилагательное, но здесь оно никакое слово не определяет, поэтому оно субстантивировано. Правда, надо разобраться с родом. Здесь не очень понятно, какой род, мужской или средний, но дальше посмотрите, гар, то, дикайон, и здесь точно средний род. Тогда мы можем предположить, что здесь тоже средний род, ибо и так далее, мысль продолжается. То дикаем, праведный, справедливый, как, если мы превратим субстантивируем, постараемся превратить в существительное, то, наверное, можно перевести как праведность. Итак, и ты верь праведности, или праведному, праведному, ну, тут без, конечно, широкого контекста нам сложновато, и ты верь праведности, потому что праведность, охтон ходон эхей,
прямой путь имеет. Орт корень, ортодоксия, да, православие. Отсюда прямой путь имеет. И ты прямой пу прямым путем ПРО это ПРУ, прошу прощения, ПРУ, это повелительное наклонение от ПРО май среднего залога, потому что ПРО май среднего залога тоже настоящего времени, и ты прямым путем иди. Итак, итак ты верь праведности, ибо праведность прямой путь имеет, и ты прямым путем иди. 16. Хайрете эн курио пантуте. Палин эро хайрете. Хайрете это может это второе лицо, множественное число. Формально, конечно, можно перевести изъявительным и повелительным наклонением. Например, вы радуетесь в Господе всегда. Опять скажу, вы радуетесь. Но и общий контекст, и даже вот то, как звучит это предложение, делает повелительное наклонение здесь слегка маловероятным. Делать вопрос маловероятным, и лучше перевести повелительным. Радуйтесь в Господе всегда. Опять скажу, радуйтесь. Эро, напоминаю, это будущее время от Лего. Лего, Эро, Эйпон и так далее. 17. Хос эхей, хота, акуэйн, акуэто. Хос, который тот, кто имеет уши, акуэн слышать. Уши, чтобы слышать. Ну, инфинитив здесь выражает да, вот, цель. Уши для чего? Для того, чтобы слышать. Кто имеет уши слышать, или кто имеет уши, чтобы слышать? Акуэто. Акуэто, видите, окончание то. Третьего лица, единственное число повелительного наклонения. Да слышит, или пусть слышит. Повеление в третьем лице. Кто имеет уши слышать, пусть слышит. Да, слышит. Да. Ну, повеление, не совет. 18. Прео кай апутонун мекете хамартана. Прео, иди. Мы с этой формой уже встречались. Это средний залог настоящего времени. От парового май, которого действительно не встречается, иди и отныне. А потонун, интересно, отныне, как смотрите, как очень наглядно по-гречески. И отныне больше не хамартаната. Хамартаны, прошу прощения, хамартаны. Больше не грешим. Вот это эпсилон хорошо видно в повелительном наклонении. 19. Хос он перелабете тон Христон Иисун тон курион эн ауто перепатейте. Ибо как вы приняли, это обычный глагол в изъявительном наклонении параламбано, пар приставка, э прилощение, лаб. Овесный корень это, и как вы приняли Иисуса Христа Господа, эн ауто, в нем, если речь идет об Иисусе, или в этом, ну, как бы в этом принятии, если это мы истолкуем как средний род, ну и тут толковательный вопрос, который, наверное, лучше было бы решать на основании более широкого контекста. Грамматика позволяет и так, но вообще идея пребывания в Господе, она очень важна, ключевая для Нового Завета, поэтому вот, да, в нем вполне вероятный вариант. Итак, как вы приняли Иисуса Христа Господом, в нем перипатейте. Перипатейте, это глагол перипатео. Эпсилон соединяет глагол, поэтому из-за двух эпсилон здесь дифтонг эй. Можно было бы перевести «выходите».
изъявительным наклонением, но общий контекст, как, так, да, подразумевает здесь повеление. В нем ходите. Перепотелка – это слово обозначает не просто хождение, как переставление ног, но образ жизни, да, прохождение по жизни, поэтому в нем живите. И 20-е. Мэ терасесто хемонхэ кардия пистэвэте эстон теон кай эс эмэ пистэвэте. Ну, в рамках урока мы это предложение обсуждали. Пусть не смущается ваше сердце. Повелительное наклонение третьего лица. Вот, пусть не смущается ваше сердце. И дальше. Верьте в Бога и в меня верьте. И два этих утверждения мы толкуем, хоть не, так, несмотря на второе лицо, единственное число, не как изъявительное, а как повелительное наклонение. Все-таки вы верите в Бога и меня верите. Грамматически доступен такой перевод, но та напряженность, которая есть в контексте, те объяснения Иисусом, что, собственно, он делает, конечно, предполагают, что речь здесь идет не о том, что «ай, как у вас все хорошо», а наоборот, Иисус их готовит к тому, чтобы они ему верили, ему доверяли. Поэтому верьте в Бога и в меня верьте, один из вариантов. Хотя некоторые, несмотря на близость и союз Кай даже между двумя словами в одной форме, исходя из того, что ну, ученики Иисуса вроде бы должны же были верить в Бога, переводят как «вы верите в Бога и в меня верьте». Но это не обязательно. Здесь вопрос доверия Богу в трудных обстоятельствах, поэтому традиционное синодальное «верьте в Бога и в меня верьте» не так уж и плохо. Ну что ж, вот мы с вами посмотрели переводы различных глаголов в повелительном наклонении. Видите, что, встречая второе лицо, мы, да, мы отмечаем, может быть, это, конечно, изъявительное наклонение, но, как правило, везде контекста оказывалось достаточно, чтобы мы осознали, что это не изъявительное, а повелительное наклонение. Также большая часть форм достаточно хорошо узнаваемы, вот такие окончания, там, не знаю, те-то, которые бросаются в глаза, а-то-сан и так далее, как только вы привыкнете, как только вы освоите эти окончания, а вы их начнете узнавать, и вот тогда вообще, ну и эпсилон, конечно, там, где никаких слияний нет, вот это вот все это легко будет узнаваемо, поэтому форм, которые реально представляют проблему, как видите, совсем немного, да, хорошее знание морфологии, понимание, как все работает, осознание контекста, позволяет с повелительным наклонением справиться. Ну что ж, спасибо за внимание. Благословений.